О, как же мы часто и сильно слабеем. Тернистый наш путь, и на нем много ям. Идем по нему и устало вздыхаем. А Бог говорит: посмотри на Христа. О, это борьба с этим миром и злобой. Как тяжко добром побеждать мир и зло. Нет силы молиться, нет сил подниматься. А Бог говорит: посмотри на Христа. Наш враг раскаленные стрелы пускает, пропитанный ядом летят они в цель. А цель у врага — христианское сердце. А Бог говорит: ты смотри на Христа. Глаза наши смотрят так мало на небо, так часто наш взгляд устремляется в мир. Господь призывает размышлять нас о горнем и с верой взирать на Иисуса Христа. Упал — поднимайся, взывай к Иисусу. В Иисусе Христе нам победа дана. Всегда верь в Иисуса всем разумом, сердцем. Иди вперед твердо, взирай на Христа. В крови Иисуса есть сила, победа и крепкая башня, Господь для тебя. В нее убегает праведник с верой, там он под защитой, под покровом Христа. Смотри на Христа, не смущайся, не бойся, молись, укрепляйся. Надейся и жди, придет помощь с неба, Спаситель наш верный. Взирай на Христа и на небо смотри.